Ну и смотрите, короче, в чем суть? Мы бегаем в невидимости, если это все работает, да? Мы бегаем в невидимости, если все это у нас сейчас будет здесь работать. Из невидимости даем хит, накладываем мясничка. За счет радиус террора у нас больше за счет сеющего страха. За счет сеющего страха также с радиусом большим работает клоунофобия, работает пугающее присутствие и также еще тонаточка. То есть они вообще лечиться не должны. Абсолютно. А я как проверю, будет это работать или нет? Так, ну у нас террор есть, правильно? Террор работает. Блин, тяжело, не хочу то подниматься. Хорошо. Вот я говорю, он, если он просто будет рашить гены. Ой, хорошо. Знаете что, мы от земли сыграем. Я что-то так подумал. Трое. Сейчас расхитуем их просто. Подожди. Вот, замечательно. Ну что ты мне приседаешь? Ты ее даже не поднял, потому что долго, понимаешь? А второй ее поднял, потому что быстро. Погнали. Да чтоб тебя, они сейчас вылечатся там, друг, ну давай падай быстрее. Они вылечились уже. Вот что за негодяй? На него еще время тратить, фу. Пойдем. Ошибаться начали, да? Ошибаться начали. О, тетя. Ты нам не интересен. А вот ты? Все, да. Все, они поняли, что лечиться бесполезно, они будут рашить гены. Наверное. Но я бы так сделал. Колечко сломаю. Давай сюда сходим.
Здравствуй, друг. Хорошо. Сейчас догонялки у нас будут, получается. Ага, получилось, получилось. Геге! Просто геге! Я забываю, что у меня террор слышен, поэтому можно даже вот так встать. Бэк! Камбэк упущен. Чувак, может быть. Сюда. А, там еще две гирлянды было. Ой, грязная игра, извините тогда. Токсик? С чем? Я токсик? Токсик? Серьезно? Ну вот, что бы ты ни делал, ты токсичный, абсолютно. Всегда, в любой ситуации. Вот этот чувак оглушал бы меня палетой всю игру, слепил бы, я бы не видел ни хера 30 секунд. Это не токсичность, а я токсик. Вот это было токсично.